Начинается с аккорда ля минор.
То есть первая строчка поется так: на маленьком плоту, сквозь бури, дождь и грозы. В этой строчке два аккорда: АМ и ДМ, ля минор и ре минор. Разберем, как берется ля минор, то есть обозначается еще он АМ. На первом ладу первым пальцем зажимается вторая струна, на втором ладу зажимается четвертая струна средним пальцем, и безымянным пальцем на втором ладу зажимается третья струна. Вот, вот это и есть аккорд ля минор, обозначается АМ. Звучит вот так. Следующий аккорд идет ДМ, это ре минор. Берется он, первый палец на первом ладу берется, зажимается струна, первая струна на первом ладу первым пальцем. Потом на втором ладу зажимается средним пальцем третья струна, и на третьем ладу безымянным пальцем зажимается вторая струна. Вот так вот. И звучит этот аккорд вот так. И сейчас попробуем все это вместе соединить. Бой отдельно покажу, а сейчас пока смотрим на лады. На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы. Вот так как-то. Вот. Следующий аккорд у нас идет ми мажор септаккорд. Берется он, в принципе, вот так. Ну, то есть на первом ладу мы зажимаем третью струну первым пальцем, на втором ладу мы зажимаем средним пальцем пятую струну и зажимаем на третьем ладу мизинцем вторую струну. Звучит этот аккорд вот так. И опять возвращаемся к аккорду АМ. Вы его уже знаете. Итак, попробуем соединить две строчки. На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны и грезы и детскую мечту. Вот две строчки мы уже соединили. Следующий аккорд опять идет. Я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь. Опять аккорд, который вы знаете, ДМ, это ре минор. Вот берется он вот так, вы уже знаете. Потом, чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу, опять берется ми мажор. Не опять, ну, новый аккорд, но в принципе вот так он берется. На первом ладу берется, зажимается первым пальцем третья струна, на втором ладу средним пальцем пятая струна, и на втором ладу безымянным пальцем зажимается четвертая струна. Звучит так аккорд. Звучит мажорно. И опять же таки, сейчас попробуем соединить, ну, сыграть целый куплет, соединить все это. Потом перейдем к куплету, ой, к припеву. На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны и грезы и детскую мечту, я наполнить мир, в котором я живу. Ну вот, дорогие друзья, мы сыграли с вами первый куплет. Главное не торопиться. Можно ритм и темп задать чуть медленнее. А сейчас непосредственно перейдем к припеву. Припев звучит так. Ну и пусть будет нелегким мой путь. Здесь идет так. Ну и
пусть. Вот на эти три, скажем так, слова идут разные аккорды. Берется ми минор аккорд. Смотрите, как берется аккорд ми минор. Ну, вот. Средним пальцем на втором ладу зажимаем пятую струну. Безымянным пальцем на втором ладу зажимаем четвертую струну. Звучит этот аккорд вот так. Следующий аккорд, который у нас идет в этой песне, это фа мажор. Обозначается как F. Берется он вот так. И звучит мажорно. На первом ладу зажимается барре, то есть зажимается на первом ладу все струны, потом средним пальцем на втором ладу зажимается третья струна, безымянным на третьем ладу зажимается пятая струна, и мизинцем на третьем ладу зажимается четвертая. Вот смотрите. И следующие идут у нас уже тоже знакомые аккорды. Текст такой: тянут на дно боль и грусть. Идет аккорд D, M, ми мажор септаккорд и АМ. Итак, сыграем сейчас вот эти две строчки, вот соединив вместе. Ну и будет нелегкий мой путь, тянут ко дну. Следующие строчки повторяют первые две строчки. А сейчас, дорогие друзья, мы разберем с вами бой. Аккорды мы с вами посмотрели. Ну, соответственно, если мы не будем стучать по струнам, мы и не сыграем ничего. Итак, разберем бой. Именно вот этой песни плод. Смотрите. Бой такой. Мы берем... Вот, в гитаре находятся вот эти три басовые, иногда их называют басовые струны. Вот. А это уже те струны, которые непосредственно уже строят аккорд. Берем первый бас, допустим, если аккорд ля минор, берем вот пятую струну. И последовательно мы меняем с четвертой. То есть берем пятую, четвертую, пятую, четвертую, пятую, четвертую. Это на ля минор. Бой такой дальше идет. Дальше идет аккорд ДМ, ре минор. Вот, соответственно, если мы возьмем, допустим, вот этот бас, оно не будет строить. Поэтому мы эту струну большую, самую толстую, шестую, трогать не будем. Будем брать вот эту струну. Пятую и четвертую также будем играть. Пятую и четвертую также. А сейчас покажу медленнее. Главное никуда не торопиться, потому что если ты медленно запомнишь правильно бой, то он у тебя будет... в любой уже, скажем, с любым темпом будет ровно идти. Ну, на этом занятие можно закончить. Встретимся на следующем уроке и разберем новую песню.